То есть я делаю чи, а получается чи. Пам-пам-па-па-па-па-па-па-па-пам. Все, пошло. Начало. Всем здорово! Сегодня мы рассмотрим написание в стиле Рамштайна, рассмотрим основные элементы, такие как гитары мощные, одни из самых мощных вообще у Рамштайна гитары, барабаны. Все будет ВСТ-шно, чтобы каждый мог повторить. Мне очень понравился клип, мне понравился трек. Я удивлен, что столько лет и все еще Рамштайн на подъеме. Это супер круто. Я решил, что, блин, ну надо на ру-комьюнити сделать что-нибудь похожее разборчик, а то такого мало. Я фанат Рамштайна еще с детства. И я как-то перманентно все время слушал, там раз в годик, раз в два годика, ну все время слушал. Особенно в школе, я помню. В классе 9-10, когда мы тренились с пацанами на турничках. Вот. И всем приятного просмотра. Обязательно посмотрите клип. Мне очень понравилось. Особенно в текущую повестку, я думаю, самое то. Такая вот основа. Значит, смотрите. Здесь у нас всякие кейс-фиксики. Я тут все по группам сделал, чтобы было удобно. Этот проект вы сможете скачать. Я приложу ссылочку внизу. Лайкните, если вам такие штуки интересны с дополнительными проектами из видосов. Значит, смотрите, в чем здесь основа? Барабанщики, гитара с басом, синты здесь и здесь всякие приколюхи с FX-ами. Давайте начнем с самого начала. Это вступление из трека Angst. Ну, плюс-минус. То есть здесь у нас основные элементы какие? Здесь у нас... Если мы уберем весь вокал. То есть это... Такие вот удары. Это из все из одного пака. Dead's Boots and Claps мультиформат. Ну, просто Boots and Claps. Просто на это немножечко реверочка. Я здесь общий сделал Stomps канал. Вот такие вот удары. Потом такая пауза. Хвост остается от такого звука. Такой белый шум, немножечко это. Ну, в общем, классно. Ну, и немножечко вокала тоже. Ху, ху, просто. И я там запичил свой голос, это мой голос. И просто сделал его в реверочек. Получается классно. И барабаны. Просто тома с киком. Мощно звучит. В общем, попробуйте этот пак. Хорошая тема. Потом вступает основа. Все еще идет эти клэпы, бусы, чтобы сделать фон. Да, и потом вступает там вокал. Значит, смотрите, в чем основная идея. Ну, в общем, это самое главное здесь, по сути. То есть вам нужно поддерживать ритм. Вообще, в industrial metal, это вот такой вот жанр, в котором Рамштайн пишут, там в чем основа? В том, что это как такой завод, грубо говоря. То есть industrial — это как... производство по металлу, короче, можно сказать. И вам нужно подчеркнуть вот это вот такой кач. И при этом BPM не быстрый, то есть у нас не панк, 112 BPM. Соответственно, барабаны у нас такие. Вот, просто прямо, то есть это самое главное. Также здесь главное open head. Я сделал второй, значит, барабаны. Первый у нас это Perfect Drums. Вот так они выглядят. Крайне советую. Для металла любого жанра офигенно подходит. Ничего даже почти сводить и не нужно. И вторые хэт еще вот такие вот. Они звучат следующим образом. Просто как шумно где-то на фоне. Я взял Addictive Drums 2, но по сути можно сделать просто какой-нибудь ваншот open head найти. Все очень просто. Дальше, самый важный момент с гитарами. Гитары у нас играют полмьютом. То есть такие... Я использовал гитару в данном случае Shredage. Использовал часто ее, Гидра. Для металла идеально. В принципе, для Рамштайна там невозможно подобрать ВСТ-шку, потому что очень круто сыграно вживую. Но они, блин, и тренируются и создают уникальный, конечно, гитарный звук еще с 90-х. Поэтому... Но я попытался повторить. Первая такая гитара... Вторая. Просто такой привкус немножко другой. И с хорусом. В итоге как бы оно плотненько так. Потому что одно из них как-то слабовато. Смотрите, значит, в чем суть? Пам-пам-па-па-па-па-па-па-па-пам. Вам нужно вот эти вот акцентики найти. Вообще можно любой рифт придумать. Та-да-т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 а-да
данном случае все очень просто, на одной ноте. Риф на одной ноте постоянно. У Рамштайна это очень часто присутствует. То есть у них есть припевная часть, которая мелодическая, и есть вот такой вот куплетный, где просто тан-дан-да-дан-та-дан-та-дан-та-дан. Просто на одном месте топчется. И со второй гитарой. А, да, еще очень важно. При написании гитары вам нужно сделать не вот так вот. То есть не открытые ноты вам нужны, а вот такие заглушенные. Удобно сделать именно в шредж-гитаре, потому что звучит крайне реалистично. Такой чик-чик-чик, плотненький такой низастый звук. Вторая гитара тоже самое играет, и бас тоже самое играет. Такой немножко кривоватый, но в принципе в миксе нормально. Shredder 4 Abuse. Немножко такой нереалистичный, когда в соло слушаешь, но в принципе в миксе хорошо. В итоге те же самые ноты, тот же самый ритм. Все, пошло. То есть вот это очень важная основа. Но это скучновато, поэтому добавляются все вот эти вот приколы с ударами на фоне. Кстати, вот. Вот, и также синтез на фоне. Ну, он такой чисто эмбиент дополнить. Вообще можно, кстати, его погромче сделать. То есть он как бы такой... Чуть-чуть, чтобы не пустовато было на фоне. Еле-еле скрежет на фоне. Окей. С введением разберем во второй части видео, пока разберем именно основу. Потом опять переход. Мы берем вот этот звук и берем, так вот нажимаем на него и делаем реверс, чтобы получилось... И потом вступает у нас вокал. Давайте послушаем. Я вырезал из трека, поэтому не супер качественно, но нормально. Добавляются скрипочки. Вот эти вот. Тоже характерные для Рамштайна. Гитары нет, только бас играет. Потом припев здесь. Сейчас рассмотрим сначала, что у нас здесь сделано. Барабаны такие же, по сути. Только без опенхета. То есть не вот этот яркий хэт, а такая же тема. Хэггинка, то есть... и бас. Ну, какие-нибудь найти прикольные, короче. Просто ход. Одна и та же нота. Не нужно тут сильно думать. Опять же, это синт на фоне немножечко. Вступают струнные. Типа струнные. На самом деле это мелотрон. Это такой вот старый синтец, который... Использовался еще там в Beatles в 60-х годах. Типа старое сэмплирование такое. Оно характерно таким вот зажеванным звуком немножечко. Просто скрипочки, по сути, старые. Обыгрываю гармонию трека. То есть у нас нотка B самая главная, на нее всегда опираюсь. И тональность такая условная. Главное, чтобы подходило по настроению, так скажем так. Ну и с вокалом нормально. И сейчас припев. Не, припев классный. Мощно. Начало. Только еще скрипки остались. Погнали, значит, мне, припев мне реально нравится, получилось мощно, хотя, когда я вокал не добавлял, подумал, что мне немножко кринжово, но с вокалом офигенно садится, так что вокал реально спасает такие индастриальные инструменталы. В общем, так звучит без вокала. У меня очень долго не получалось сделать гитару плотной здесь, хотя, казалось бы, да блин, просто гитара, но дело в том, что там живая гитара, и там всякие слайды вот эти вот, всякие вибрато, немножечко пальчики там, ну, в общем, вживую это все равно по-другому. Но я попробовал симулировать, в принципе, получилось хоть как-то. В чем основа? Бас повторяет нотки гитары. Такие, как бы, тут полутона такие. Видите тут?
расстояние между ними по полутонам. Гитара первая. Вторая гитара. То есть она как бы играет в интервал, получается, в квинту, плюс 7 полутонов. То есть она звучит в данном случае. Давайте в соло послушаем. Вот. А первая гитара... Вот видите, вот когда одна гитара звучит кринжово, то есть она... Ну, можно, конечно, вписать. Да. Ну, что-то как-то слабовато, но со второй... Все, сразу же делается как надо. Сыграно на открытых струнах, velocity на максимум. Все, по сути, здесь. Барабаны те же самые, что были в начале. То есть, которые здесь у нас были. Ну, по сути, то же самое. Там небольшое различие с опенхэтом дополнительным тут. Но все то же самое. Следующее. Мелодия. Та же самая, что здесь была. Главное, что просто подчеркивало голос, как бы. Оно просто как... Такую грусть добавляет. Все, супер. Ну и с вокалом. Потом опять стомпы с голосом. То есть вот это вот. Немножко синт побольше стал играть. Опять же, напоминаю, что проект этот выложу в описании. Обязательно лайкните и поддержите данный ролик. Потом опять все повторяется. Там, конечно же, в треке, в оригинале, там немножко по-другому. Там плюс еще добавляется industrial шумы всякие. Но я не стал этого делать, потому что, в принципе, суть не меняется. И там еще структура подлиннее. Но я хотел показать основу, поэтому вот она вот такая. Чтобы не вот сильно длинным ролик делать. Там, по сути, ничего интересного прямо из себя не нашел. Интересно, я нашел для себя вот эти вот струнные. Да, опять же, напоминаю, это мелотрон, aged strings, то есть типа старые струнные. Нашел интересные гитары, барабаны плотные и общий свидос. Значит, что по поводу сведения? Сведение здесь сделано довольно-таки плотненько, поэтому здесь первое, да, по барабанам. Барабаны нужно сделать плотными. Что я делал для плотности? Devil Lock Crunch для того, чтобы сделать немножко перегруз. Вот без обработки. Как бы суховато. Первое, добавляю кранч для того, чтобы сделать немножко перегруз. Небольшой микс, небольшой кранч. Буквально 1-1. То есть 10% кранч, 10% микса. Transient Shaper. Ну, тут, короче, он не нужен был в итоге. Я хотел сделать больше атаки, потом понял, что в оригинале там барабаны не сильно жесткие. В отличие от металла всяких. ODT. Да, взять дополнительные шумы. То есть экспандер не врубаем, Ctrl или кнопкой мыши, да? Оставляем его. Для того, чтобы добавить этот вот шум тарелочек. Микро-микро вот эти призвуки, потому что... Да? И с... Больше чувствуешь жизни, короче, в барабанах. Ну, вот в Perfect Drums хорошо работает. Не со всеми барабанами, будьте внимательнее. Вторые барабаны — это Addicted Drums. Просто, по сути, хэд. Вот это для того, чтобы больше шума поднять. И микро-шифт для того, чтобы сделать чуть шире хэты. И сделать их более такими нереалистичными, чтобы... Такой, как будто... Такой звук сделать. В общем, как будто, не знаю, по какому-нибудь металлу бьют, короче. Ну, в общем, как и нужно. Все, барабаны сделаны. Гитары. Без баса сначала. Гитара первая. Микро-шифт небольшой для того, чтобы сделать чуть шире гитару. Давайте сначала только первую гитару. Вот, без обработок. Первое, что слышно. Много середины, мало верха. И как-то, ну, гулко звучит. То есть вот, давайте вообще все без сведения послушаем, чтобы было понятно. Ну, кринж, да, то есть сведение здесь необходимо, конечно. Барабаны сделаю, все, ярче стало. Но гитары все еще не плотные. Поэтому первое, да, что мы делаем, микрошип. Вот это для того, чтобы вот эту сделать штуку. Но когда ее много, это кринж, да. Небольшое примешание, но относительно. Сделать уже хорошую штуку. Валхала, ну, комната. У Рамштайна слышно, очевидно, там есть комната, но я сделал небольшую, не кабинетом, а Валхалой в данном случае. Просто комната.
с небольшой, не нужно такой дикей, что этот хвост остался, не надо. Просто на 7 секунд буквально. Вот, все. Как будто мешка в туалете, но это нормально. Ну, тут прокюшка, чисто чтобы вот эту вот штуку поднять, точнее, примять. Убрать саб, потому что там саба в гитарах у Рамштайна я не услышал особо. Там у них не джент, поэтому это не нужно. Общий гитарный бас у меня в данном случае такой вот хорус. Вот так он звучит на максимум. Вот, я сделал небольшой микс. Вторая гитара. Я сводил с нуля. Поэтому, кстати, вот в первой гитаре важно помнить. Guitar Modern Metal. Вторая гитара у меня просто бесстандартный, стандартный пресет. Но, чтобы сделать шире, во-первых, нужно врубить в мейне мультитрекинг 1.3, чтобы у вас гитара была и в левом ухе, и в правом ухе. С мейном второй гитары то же самое, только 2.4, чтобы была небольшая задержка между левым и правым каналом больше. Сделать еще больше плотности гитары, как бы, тоже важный момент. По обработке. Гитар Rig 6. Гитар Rig 6 и есть в гитар Риге Рампфайр. Это, короче, усилитель такой, чисто под Рамштайн. Гитар Риг я не особо признаю, но Рампфайр хорошо здесь, в принципе, зашел. Ну и плюс, как бы, это отсылочка на Рамштайн. Я подумал, ну, точно зайдет. Тайт Винтаж Рампфайр, там чуть-чуть покрутил. Вот ОТТ-шечка. Чуть подмять. Опять же, туалетная комната, небольшой микс. Это важно. Большой хорус. Чуть-чуть еще размыть. И прокюшка третья. Убрал много низа здесь, этого. От усилителя это было достаточно много. И все. То есть, если кратко. ОТТ, небольшая комната и микрошифт. То есть, чтобы сделать чуть шире. Ну, а там уже от вашей гитары зависит эквализация. Обычно всегда убираю низ, потому что в Рамштайне низа немного у гитар. Все. Потому что все основное делает бас. Вот это вот. Darkglass Ultra. Офигенный басовый усилитель. Крайне сильно советую. ОТТ-шечка. И... Тут прокюшка третья. Вот этот хруст убрать чуть-чуть. В момент удара, но в принципе он нужен, поэтому я сделал мэг-динамиком таким. То есть, чтобы хруста было больше, но в момент атаки сделать хруст поменьше. Такая логика. Все. Плотненько, хорошо, барабаны, все включается. Все готово, по сути. Ну, а там уже мелочи, да, такие как мелотрон. Это уже специфика Рамштайна. Ретро-калор добавил для того, чтобы сделать чуть хруст такой. И репрошка пятая. Ну, тут просто прикольный я нашел пресет Faded Glory в синтах. Ну, тут ничего не сводил, просто вниз убрал все. Дальше, по поводу стомпов вот этих всех тем. Тут все просто. ОТТ для того, чтобы сделать... Чтобы звуки в момент атаки стали более балансированными по громкости, чтобы не сильно громко было. Только более киношный звук сделать. Потому что сильно много будет тоже кринж. Как бы, ну, сильно много шума как будто. А 50 на 50, как-то оно прикольно садится. Ну, плюс микс, конечно, соответствующий. Вот, убрал тут сайт по низу, потому что, ну, сайт внизу не должен быть. Все, тут тоже какие-то мелочи, типа там Valhalla немножечко, где-то там вот ОТТ-шечки. Ну, это сам дизайн там, смотря какой звук вы найдете. Голос тоже просто, в принципе, все. Давайте врубим голос. Это мой голос, я просто делал так, ху, ха, и все. Некоторые запичкал вниз, чтобы звучало пониже. То есть я делаю чи, а получается чи. Просто понижаю пич вот этой штукой. Декапитатор немножко подгрузил, убрал низа, добавил верха. Ну, короче, так получилось. Я записывал не на Neumann, а на Shure SM7B, который у меня там вправо сейчас висит. Вот ОТТ-шечка много, потому что голосом тут, видите, много дублей. Чтобы середину поджать. Реверб. Что получается вот так. Но нам нужно размыть. Поэтому пускаем далеко и еще дальше. Мастер. Чуть-чуть ОТТ. Не советую, но тут нормально зашло. ОТТ на мастер нормальная тема. Тирекс 5 типа пультека. Добавил немножко верха. Звучит хорошо, в принципе. Но вот так... Как-то увереннее. Возможно, чуть-чуть переборщил. Возможно, да. Но мне нравится такой более яркий, сыпучий металл. Поэтому, в принципе, буст 10 кГц. Буст соточка. Это... Тупо за стенкой фигачит. И вот это вот. Я подумал, что немножко надо. И пролька вторая, чисто добить громко.
прям чтобы жир был. С вокалом мощно, конечно. Надеюсь, данный видос вам оказался полезным и интересным. Вы нашли какие-то интересные какие-то составляющие кирпичики трека Рамштайна. Вообще, в принципе, любой трек Рамштайна, он плюс-минус такой. То есть именно в плане логики, да, то есть такой куплет, такой мелодичный припев, немножко синтов, немножечко переходиков, но такой прям плотный, жирный вокал на немецком звучит очень мощно. Поставьте лайк и подпишитесь на данный канал, если это еще не сделали. Напишите комментарий, что вы еще хотите увидеть, и был интересен вам данный ролик. Проект будет внизу, вы можете скачать для FL-ки. Также провожу обучение по созданию музыки, если вы хотите научиться писать метал, писать ракешник, и не только эти жанры, сводить и сводить вокал, в том числе. Ссылочка в описании, обязательно знакомьтесь. Думаю, вам будет интересный набор, будет в сентябре 2022 года. До скорого, пока!